Вика Андронова в будущем универсальный донор. Все благодаря группе крови. У девочки первая отрицательная. Такую кровь чаще всего используют в экстренных случаях, когда времени на анализы нет. Об этом Вика узнала от своей мамы, а после решила внести свой посильный вклад в благое дело. Присоединилась к мастер-классу, который посвящен Всемирному дню донора. Я хочу помочь людям, потому что у меня редкая группа крови. Чтобы люди не болели. Пока Вике нет 18 лет, она не может стать донором. Это время до совершеннолетия школьницы используют для того, чтобы узнать все нюансы процедуры. О них ребятишкам рассказали организаторы мастер-класса. Изюминкой программы стало изготовление аппликации. Дети обвели свою ладошку на бумаге, вырезали получившуюся картинку по контуру и приклеили на коллаж. По центру картины капелька крови из картона. Это своего рода символ стремления помочь окружающим в трудную минуту. Аппликация представляет себя панно, на нем изображен мир, вот, и к нему мы приложим вот эти вот ладошки с капельками крови или сердечками, чтобы как поддержать и доноров вот, во всем мире. Ну и вообще для общего развития, что очень много больных деток у нас, которым нужно переливание крови, что очень сложно найти донора, что группа крови иногда бывает редкая. Всю важную информацию ребята слушали в интерактивном формате, посмотрели фильм, который наглядно показал путь донора, поучаствовали в викторине, смогли задать интересующие вопросы. На память о празднике школьники унесли с собой не только массу впечатлений, но и сувенир – браслетик с надписью «Больше доноров, больше спасенных жизней». Александра Никитина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.